И по-прежнему Артур Гачинский. Сергей Воронов на втором месте. Сейчас будет кататься Гордей Горшков. А Ваня на какое место попал? Ваня попал сейчас третьим. Угу.
Как же бойко начал эту программу Гордей Горшков. Аж дыхание захватило. Потом что, не хватило сил? Да, мне жаль, что он полностью с программой не справился. Но все равно у него колоссальная внимание в том, что он делал, в том, что он делает сейчас. И в прыжках, и в катании, и внешний вид, и поправил спину. Не так кланяется после каждого прыжка, потому что когда он рос, его прямо сгибало. Очень приятно, что у них работа сложилась. Вот. Ну, чуть-чуть. Ну, не больше, чем другие. Ну да, но все равно тут уже даже на кону стоит все-таки чемпионский титул, потому что Артур, видите, откатился назад, Иван откатился назад, и Гордей Горшков уже, ну, превратился в человека, который был близок к пьедесталу, и наверняка там и окажется, но вопрос, на каком месте, а может и не окажется, раз попадал-то. Судьи уже решили, кто на каком месте окажется. Да, может, не кататься? Может, пойдем тогда? Надо посчитать в вращении, сколько он стоял. Вот это жалкое падение, да. Сальхова. Уже как-то присел. Угу. Не упал, как будто осел. Да, а потом уже делал все. Потом уже все делал. Вообще, даже по сравнению с финалом Гран-при, который был 2 недели назад, тоже как-то очень по-бойчее выглядело. Да, по-бойчее. Даже вы в процессе. Ему нужно кататься чисто. Каждый должен знать свою, каждый должен знать, как ему кататься. Ему никто ничего прощать не будет, никто ничего ставить не будет. Он еще, из таких неизвестных мальчиков.